шикарный фестиваль «Пересвет», шикарное движение «Держава». Это наши друзья, и мы стараемся для них петь, танцевать. И вообще люди, которые на фестивале, просто сказочные, веселые, добрые. И настроение выше крыши. Да. Огромное спасибо патриотическому движению «Держава», которое организовало такой праздник людям вообще. Этот фестиваль «Пересвет». А как у нас говорят? Россия, Украина, Белоруссия, Святая Русь. Вот мы сегодня едины. Вызываю леди лета, темно-карамельного цвета. Я вызываю леди лета, от заката до рассвета. Леди лета, течет электрический ток, проникающий блеск радиации синий глаз. Прилетаешь, когда ты захочешь. Ты одета в платье цвета ночи. Где ты сейчас? Я хочу тебя очень. Я вызываю леди лета, темно-карамельного цвета. Я вызываю леди лета, от заката до рассвета. Леди лета, всем привет! Я рад приветствовать вас на фестивале «Пересвет». Здесь очень здорово, правда, бывает дождик, но он нам не мешает, не мешает нашему настроению, нашим эмоциям. Во, видите, кто-то меня... Вот, слышите, мы любим вас очень, видите? А не Паша, вот, Паша Скалова, который... О! Пашенька, привет, дорогой! Привет, дорогой! Привет, дорогой! Ну, скажи, ты уже да, ну, я вообще в восторге, потому что, ну, так по-другому иначе быть не может, да? В нашей стране, в России, когда на открытом поле происходит такая вот история прекрасная, когда собираются все самые лучшие люди. Такая, так сказать, заваруха! Такая заваруха! Как еще нам может быть иначе? Я, короче, желаю всем добра. Желаю, чтобы у всех все произошло в этом году правильно. Что-то хорошее происходило. Хорошее. Да, не только плохие новости какие-то. Нет, плохие, но плохих новостей уже и так у нас достаточно. Да? Поэтому «Пересвет». Вам самое главное в жизни. Вам самое главное «Пересвет». Долголетие. Будем надеяться, нет, что в следующем году на этом же месте, или может быть в другом месте, но мы будем надеяться, что на этом месте мы снова встретимся, снова приедем сюда и снова увидим улыбки, эмоции, какие-то чувства. И самое главное, долголетие. Паша прав. Долголетие, «Пересвет». Вы молодцы. Ребят, на самом деле хочу сказать спасибо вам огромное. Спасибо тем, кто пришел. Спасибо Паше, спасибо Кате, спасибо Паше. Катя вообще может желание загадывать между двумя Пашами. Вот. Было нелегко, но было здорово. Пересвет!